This conference will now be recorded. Татьяна, Елена, добрый вечер. Артем, добрый вечер. Елена, добрый вечер. Юлия, добрый вечер.
Так, ну что, времени у нас 18:30, пора начинать. Всем еще раз добрый вечер. У нас сегодня с вами семинар на тему «Инструменты и способы оптимизации финансового результата» в рамках курса «Основы управленческого учета и бюджетирования. Управление затратами». Вот так у нас курс называется. По большей части мы про затраты говорим на данном курсе, но также и про финансовый результат, также, как вы видите, по названию и бюджетирование, тема бюджетирования присутствует. А давайте я для начала скажу план нашего занятия на сегодня. Сейчас начну с того, что буквально минутки две я расскажу про наш учебный центр, про преимущества обучения в нем. Далее мы посмотрим тему семинара. Притом тему мы будем с вами смотреть не только в лекции, то есть не только на презентации вы будете видеть формулы, но также мы с вами перейдем в формат демонстрации моего рабочего стола. Я открою файл Excel и буду делать расчет. Сразу скажу, что расчет вы можете делать со мной параллельно. Каким образом? Если вы зайдете в личный кабинет на страницу этой группы, этого семинара, то вы найдете, первое, презентацию данную, вот которую сейчас на экране видите в формате PDF, и второе, найдете файл Excel. Он называется «Практикум к семинару», пустой, и стоит сегодняшняя дата. Вот, если кто-то из вас зашел, увидел, скачал, пожалуйста, в чат напишите, что все скачалось, все получилось, буду вам очень признательна. Разберем с вами практический пример. И потом я немного расскажу про курс «Основы управленческого учета и бюджетирования» и отвечу на все ваши вопросы. Также скачалась, Светлана, спасибо большое. Буду вам признательна, если вы будете считать со мной, я буду задавать вопросы, как вы думаете, как мы дальше считаем, что мы здесь берем, да, и вы будете мне в чат писать ответы. И по ходу моего пояснения теории вы тоже можете в чат формулировать вопросы, буду останавливаться, отвечать на все ваши вопросы, конечно же. О себе чуть-чуть. Зовут меня Цыба Елена, я преподаю в учебном центре специалист ни много ни мало, но уже третий год. Помимо курса «Основы управленческого учета», еще также читаю курс «Основы экономики», курс «Анализ финансового состояния», и готовлю слушателей к сдаче внешнего квалификационного экзамена СИМА. СИМА – это если кто-то знает, если кто не знает, институт сертифицированных специалистов по управленческому учету. То есть, получив квалификацию СИМА, считается, что вы обладаете международной квалификацией. А имею опыт практической деятельности более 10 лет. В общем-то, работала на различных должностях, начиная от помощника экономиста, это самая первая моя должность, заканчивая заместителем директора по экономике и финансам. Сферы деятельности компании абсолютно различные, то есть я работала и в производстве, и в строительстве, и в услугах, и в торговле. Опыт преподавательской деятельности тоже достаточно большой, и также могу сказать, что имею подтвержденные статусы международные по форматам ICCA, СИМА и ИПФМ. Наш учебный центр на рынке более 29 лет. Мы обладаем хорошей технической базой. У нас 5 учебных комплексов. Все комплексы очень достойно технически оборудованы. Большая база. Достаточно большая база курсов. Курсы по большей части авторские. То есть, обучаясь у нас, да, вы получаете какие-то знания, какие-то навыки, какой-то материал, который вы, ну, не получите больше нигде, так скажем. Наши гарантии. Гарантия качества. В нашей деятельности мы сочетаем бауманскую методику преподавания и современные технологии проведения бизнес-тренингов. В процессе обучения действует система контроля качества. То есть если слушатели, допустим, по каким-то причинам не успевают освоить какой-то материал, да, либо, допустим, какого-то материала не хватает, то, в принципе,
Мы всегда идем навстречу, помогаем слушателям. При необходимости назначаются и дополнительные занятия. Также, что касается контроля процесса обучения, практически в каждом курсе есть система тестирования и система домашних заданий, проверки домашних заданий. Также стоит сказать, что имеет место быть посттренинговая поддержка специалистов. Что это означает? Если вы закончили курс, считается, что есть полгода, у вас есть полгода, 6 месяцев, в течение которых вы своему преподавателю можете писать любые вопросы по программе курса. То есть курс уже закончился, а у вас какие-то вопросы, допустим, потом появляются, и вы пишете преподавателю, преподаватель вам дает ответ. Расписание наших курсов составляется заранее. Переносы, срывы занятий происходят крайне-крайне редко, то есть по каким-то очень веским причинам. И особенно хочется отметить про удобство расписания. Вы можете выбирать занятия как утром, так и в течение дня, так вечером, так и по формату выходного дня. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чат, а мы с вами переходим к теме нашего семинара «Инструменты и способы оптимизации финансового результата». И здесь мы поговорим по данной теме, ну, в формате, так скажем, двух пунктов. Первое. Посмотрим, какие же есть инструменты оптимизации. На экране вы видите инструменты SVP-анализа. Что это за анализ, поговорим. И второе – оптимальное соотношение цены и объема продаж для целей увеличения или максимизации прибыли. Вот этот способ мы с вами рассмотрим на практике. И начнем, пожалуй, с принципа динамики затрат. Базовый принцип динамики затрат говорит о том, что по мере изменения уровня деловой активности изменяются и затраты. Коллеги, как вы думаете, что такое уровень деловой активности? О чем речь? Может быть, этот термин слышали, знаком он вам? Можно сориентироваться, глядя на данный слайд. Может быть, догадаетесь, о чем-то речь идет? Напишите, пожалуйста, в чат. Что такое уровень деловой активности? По мере изменения уровня деловой активности изменяются и затраты. Объемы производства, либо объемы продаж. Абсолютно верно. Это основные уровни деловой активности предприятия. Если предприятие производственное, то там два основных уровня. Объем производства и объем продаж. Абсолютно верно. Если предприятие не производственное, торговое, допустим, то там только один основной уровень деловой активности. Но здесь речь про основные уровни деловой активности, потому что бывают еще не основные, какие-то частные, конкретные, например, станок работает, на это уходит время работы, машина в часах. Это тоже уровень деловой активности, но уже конкретно станка. Вот, мы же сейчас с вами говорим, конечно, про основные уровни деловой активности, объем производства, объем продаж. И если мы посмотрим на функцию затрат, то, в общем-то, понятно, что сумму всех затрат можно посчитать следующим образом. Взять уровень деловой активности за период в единицах, натуральных единицах измерения, умножить на удельные переменные затраты, приходящиеся на единицу, то есть на одну штуку, на одно изделие. По формуле видно x умножить на a. И вот тогда мы выйдем на общие переменные затраты. И плюс B, а B это сумма постоянных затрат за период. B у нас затраты постоянные, они никак не привязаны к объему. Конечно, они могут за период поменяться по отношению к прошлому периоду, но это изменение не будет обосновано изменением объема производства либо объема продаж там, в течение как минимум 12 месяцев. Да? Так вот, если все затраты Y меняются в зависимости от изменения уровня деловой активности, то, соответственно, мы понимаем, что в зависимости от изменения объемов также меняется и прибыль. Но прибыль будет меняться не пропорционально
а с учетом функции затрат. О чем речь? Почему прибыль будет меняться непропорционально? Как вы думаете? Опять-таки, глядя на функцию, можно догадаться, какой здесь будет ответ. Подожду, что вы напишете. По функции затрат у нас затраты зависят от объема, но не все, да? Переменные затраты зависят от объемов, да. А постоянные затраты от объемов не зависят. Поэтому если мы говорим про изменение прибыли, то мы должны учитывать, что постоянные константы. Кроме того, может быть изменение удельных переменных затрат. Согласны? И также прибыль будет меняться по концепции предельной полезности, о которой мы говорим, поговорим с вами чуть-чуть попозже. С учетом, точнее, действия концепции предельной полезности. Далее нам нужно с вами понимать маржинальный подход к формированию финансовых результатов. Маржинальный подход говорит, что все затраты, ну, в общем-то, это основная классификация в управленческом учете, необходимо делить на переменные и постоянные по отношению к объему продаж, именно продаж, обратите внимание. Для чего? Для того, чтобы в учете получить показатель маржинальной прибыли по каждому продукту, по каждому изделию. Вот если мы с вами учет управленческий организуем таким образом, чтобы по каждому объекту калькулирования получать маржинальную прибыль, тогда можно сказать, что мы формализуем маржинальный подход к формированию финансовых результатов. Почему? Через маржинальную прибыль мы можем управлять, оптимизировать наш финансовый результат. Маржинальная же прибыль – это разница между выручкой от реализации и переменными затратами. Теперь давайте посмотрим, что такое SVP-анализ. S – затраты, cost, V – объем, value, и P – это прибыль, profit. То есть анализ, в основе которого лежит взаимодействие, соотношение вот этих трех параметров – затраты, объем, прибыль. Основной инструмент СВП-анализа – это инструмент, позволяющий найти безубыточность бизнеса, безубыточность деятельности, безубыточность продажи какого-то продукта. И вот если мы посмотрим с вами на график безубыточности, представленный на слайде, то мы поймем, что используя графический метод или используя математический метод, можно находить безубыточный объем продаж, точку безубыточности в натуральном выражении, то есть тот объем, который позволяет компании не получать убытка за период, но в то же время и не получать прибыли, то есть работать в ноль, грубо говоря. Давайте этот график рассмотрим более подробно. По оси X мы отражаем объем продаж в натуральном выражении, по оси Y мы отражаем в стоимостном выражении выручку и затраты. Линия параллельная оси X, обозначенная зеленым цветом, показывает уровень постоянных затрат. Эта линия не меняется, она ведет себя постоянно, да, как мы видим, вне зависимости от объемов. Затраты переменные берут свое начало с пересечения осей координат. То есть в нулевой точке объема затрат переменных, соответственно, не будет. Объем продаж составляет какое-то количество единиц, и суммарные уже на весь объем затраты переменные тоже составляют определенный размер. Дальше с увеличением объема затраты переменные, соответственно, начинают возрастать. Затраты общие. Суммарные, красная линия, это затраты постоянные плюс переменные, обратите внимание, не могут быть меньше, чем затраты постоянные. Почему? Если вы меня внимательно, да, сейчас слушали, то вы в чат напишите, почему затраты общие, обозначенные красной линией, не могут быть меньше, чем затраты постоянные. По графику это видно очень хорошо.
Я сейчас даже мышкой показываю на эту точку. Подожду чуть-чуть. Почему красная линия начинается от того уровня, где и начинается, в общем-то, зеленая линия? Да, потому что постоянные затраты, они не зависят от объема, и они будут даже при нулевом объеме продаж. Так и есть. Поэтому общие затраты больше постоянных. Ну и, соответственно, они тоже стремятся у нас увеличиваться с увеличением объема из-за того, что переменные увеличиваются. Голубая же линия показывает поведение выручки. Начинает линия от пересечения осей начинается, и также она пошла вверх. Чем больше мы продаем, тем больше у нас выручка. В той точке, где линия выручки пересекается с линией общих затрат, мы как раз-таки видим с вами точку безубыточности. Если от этой точки спроецировать штрих-пунктирную линию, как видно на слайде, к оси X, то мы увидим пороговый или критический объем продаж. Если будем продавать меньше, то, соответственно, мы не будем нашей маржинальной прибылью покрывать постоянные затраты, и мы уйдем в убытки. Если мы от точки безубыточности проведем штрих-пунктир к оси Y, мы выйдем на критическую либо пороговую выручку, либо безубыточную выручку. Здесь синонимов может быть несколько. А о чем нам говорит пороговая выручка? Мы продаем в течение месяца наши продукты, достигаем вот этот размер пороговой выручки, а уже следующий рубль, да, следующий рубль продаж будет идти в копилку нашей прибыли. Почему? Потому что безубыточность мы с этой выручки уже достигли. Мы покрыли и переменные, и постоянные затраты. Так вот, если можно найти тот объем продаж, который будет безубыточен, также можно найти тот объем продаж, который нам будет приносить определенный размер прибыли. Какой-то прибыли, которую мы сами себе, допустим, как цель поставим, или которую мы хотим, или которую мы желаем, неважно. То есть помимо точки безубыточности существует еще такой термин «точка желаемой прибыли». Теперь нам с вами нужны будут формулы. Вот эти формулы можете, если они вам не знакомы, сейчас себе законспектировать, сфотографировать, потому что когда мы перейдем в практикум, они нам понадобятся. Как рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении, в штуках, в единицах? Нам нужно взять все наши постоянные затраты, за период собрать, и поделить на маржинальную прибыль, удельную, приходящуюся на единицу продукта. Почему эта формула работает, да? Вот смотрите, если мы будем рассуждать про функцию маржинальной прибыли, массы маржинальной прибыли, ну, скажем, маржинальной прибыли, которую мы собираем за период, как выручка минус все наши переменные затраты на весь объем продаж. Основная функция маржинальной прибыли – покрыть постоянные затраты, а после покрытия то, что осталось, уже будет формировать прибыль конечную, конечный финансовый результат. Так вот. Маржинальную прибыль в массе часто называют вкладом на покрытие постоянных затрат. Поэтому, если мы поделим постоянные затраты на маржинальную прибыль единичную, маржа очень часто ее и так называют, то мы как раз выйдем на этот объем, на тот объем, который нам гарантирует покрытие этих постоянных затрат. Все просто на самом деле. Если мы хотим посчитать безубыточную выручку, точку безубыточности в УЕ, в рублях, в долларах, неважно, не в натуральном, а в стоимостном выражении. Тогда формула чуть-чуть трансформируется. Мы берем постоянные затраты и делим уже не на маржу, а делим на рентабельность продаж по маржинальной прибыли в процентах. Также этот показатель называют MP ratio. Это доля маржинальной прибыли в выручке или доля удельной маржинальной прибыли в цене. А кто-то может сейчас сказать, это наценка некая. Нельзя будет не согласиться с вами. А как я уже сказала, в точке безубыточности маржинальная прибыль равна затратам постоянным.
А в точке плановой прибыли, теперь мы переходим к точке плановой прибыли, то есть когда мы хотим понять объем, который не только обеспечит покрытие постоянных затрат, но и еще обеспечит получение конечной прибыли в каком-то размере. Так вот, в точке плановой прибыли объем продаж будет равен затраты постоянные плюс плановая прибыль и поделить на маржинальную прибыль на единицу. Почему? Чуть-чуть выше поднимусь, мышкой сейчас покажу. Да потому что в точке плановой прибыли масса маржинальной прибыли соответствует чему? Общему размеру затрат постоянных плюс плановая желаемая прибыль. Откуда это равенство возникло? Ну, в общем-то, из основного определения маржинальной прибыли. Еще раз его повторю. Маржинальная прибыль – это вклад на покрытие постоянных затрат в первую очередь, а то, что остается после покрытия, формирует конечный финансовый результат или конечную прибыль. Еще одним инструментом SVP-анализа является запас финансовой прочности, или также его называют маржа безопасности. Это разница между фактическим объемом и объемом в точке безубыточности. То есть мы по факту выпустили и продали какое-то количество, и также мы посчитали, что вот точка безубыточности в натуральном выражении у нас какое-то количество составляет. Так вот, разница между фактом и расчетным безубыточным объемом будет составлять как раз-таки маржу безопасности. Подушка безопасности, здесь сразу ассоциация приходит в голову. Также маржу безопасности мы можем посчитать и в стоимостном выражении, из выручки вычесть точку безубыточности в стоимостном выражении. И также мы можем посчитать маржу безопасности в процентах. Соотнести полученную маржу безопасности в натуральном выражении или в условных единицах, в общем-то, либо к объему продаж базисному, либо к выручке. А базисному это значит какому? Фактическому. А в чем ценность данного показателя? Этот показатель нам будет говорить, на какое количество единиц, условных единиц или, может быть, процентов может сократиться наш фактический объем продаж или наша фактическая выручка, и при этом мы не уйдем в зону убытков. Следующее, что нам нужно будет сегодня с вами, понимание коэффициента эластичности. Есть такое понятие – эластичность спроса по цене. Ну, как мы с вами понимаем, есть какие-то товары, работы, услуги, которые абсолютно не эластичны, не обладают никакой эластичностью спроса по цене. А есть товары, работы, услуги, которые обладают эластичностью в большей или в меньшей степени. Что это значит? Если, допустим, взять товары первой необходимости или лекарства жизненно важные, вот будет повышение цен, да, но мы же, как потребители с вами, все равно будем эти лекарства приобретать. Соответственно, здесь можно говорить про низкую эластичность. Но если мы возьмем, к примеру, какой-то товар не первой необходимости, например, предметы роскоши, интерьера, то приобретение или спрос на них зависит от цены. Да? Чем ниже цена, тем больше покупатели будут приобретать такие товары. В принципе, без них можно обойтись, поэтому там все зависит от цены. Вот. А если мы наш ассортимент, выпускаемый в нашей компании, проанализируем на предмет эластичности, то мы будем понимать, что, допустим, на какие-то товары повышают цены, можем очень сильно потерять в объеме продаж. А на какие-то товары мы, повышая цены в объеме продаж, допустим, потеряем, но не так сильно, не столь значительно. Поэтому расчет эластичности спроса по цене очень важный и нужный, в общем-то, такой инструмент. А как посчитать коэффициент эластичности? На слайде мы видим, что коэффициент эластичности рассчитывается как относительное изменение объема
деленное на относительное изменение цены. Что такое относительное изменение? Можно сказать, что это некий темп прироста. То есть возьмем два периода, посчитаем темп прироста последнего периода к базисному по объему продаж. То же самое сделаем расчеты с ценой. Как у нас цена за последний период приросла в процентах по отношению к какому-то предыдущему периоду. И если мы темп прироста объема поделим на темп прироста цены, мы как раз-таки и выйдем на коэффициент. Если мы значение коэффициента с вами получаем нулевое или близко к нулю, или стремящееся к нулю, мы говорим о том, что вот какой-то чувствительности спроса от цены особо и не наблюдается. Можно сказать, что это абсолютно неэластичный спрос. Если мы посчитали и понимаем, что наш коэффициент меньше единицы по модулю числа, что значит по модулю числа? То есть мы не обращаем внимания на знак минус. Коэффициент меньше единички, ну, например, 0,95. Это спрос меньше эластичности. Если цену мы поднимем на 1%, то спрос снизится, соответственно, но не на 1%, а на 0,95, то есть меньше, чем на 1%. Поэтому это спрос меньше эластичности. Если же наш коэффициент получился больше единицы, ну, скажем, 2, это спрос больше эластичности. При снижении цены на 2% объем продаж возрастет. На сколько? На 4%. То есть на 2% мы снижаем нашу цену, при том, что коэффициент равен 2, он как бы мультиплицирует, да, увеличивает. И объем прирастет уже на 4%. Если у нас с вами есть значение коэффициентов эластичности, если мы понимаем зависимость спроса от цены, то далее нам необходимо разобраться в концепции предельной полезности. А вот давайте посмотрим, что на данном слайде, какая информация представлена. В начале деловой активности, то есть при недостаточных объемах продаж, если мы график с вами безубыточности вспомним, выручка у нас берет линия начала свое от пересечения осей, да, и стремится вверх. Так вот, где-то в самом низу, когда у нас объемы небольшие, компания не выходит в зону прибыли, соответственно, потому что постоянные затраты еще не успевают покрываться маржинальной прибылью. По мере же роста объемов, по мере увеличения деловой активности, удельные постоянные затраты становятся менее значительны. Подумайте сейчас, почему? Они как бы размазываются, да, на весь объем. Чем больше объема, тем удельных постоянных на единицу становится меньше. Но удельные переменные затраты с увеличением объемов могут начать возрастать по тем или иным причинам. Но так происходит не всегда. Они могут и падать. Допустим, если мы больше производим, больше закупаем сырья и материалов, нам поставщик начинает скидку предоставлять, тогда удельные будут падать. Но могут и начать возрастать. Чем больше мы производим, тем больше требуется, допустим, затрат на эксплуатацию оборудования, больше необходимо переналадок оборудования и так далее. Кроме того, по мере увеличения деловой активности рынок насыщается. То есть мы можем увеличивать наши мощности производственные, да, можем как-то стимулировать наш спрос, продавать, производить больше, 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 но имеет место быть закон убывающей полезности. То есть рынок насыщается нашим продуктом, так или иначе. И для того, чтобы стимулировать спрос, необходимо снижать цену. Вот эти три формулировки имеют место быть. Соответственно, мы их должны учитывать для того, чтобы понимать, какую цену нам на продукт установить, как себя при этом поведет спрос на этот продукт, и выиграем или проиграем мы тогда в маржинальной прибыли по причине наших управленческих решений. Дополнительные удельные затраты на дополнительные единицы продукции
когда, то в конечном итоге могут начать превышать дополнительные удельные доходы от продажи этих дополнительных единиц. И вот тогда общая прибыль компании начинает снижаться. И вот в этот момент мы понимаем, что дополнительное производство нам невыгодно. Вот так работает концепция предельной полезности. В общем-то, мы ее можем с вами посчитать табличным, не то что посчитать, а подтвердить в наших расчетах табличным способом. Задача компании – определить оптимальный объем продаж и, соответственно, цену продаж под этот объем, обеспечивающие максимальную прибыль. Последняя формулировка достаточно, наверное, сложная, и сейчас на следующем слайде я ее поясню более подробно. Влияние эластичности спроса на маржинальную прибыль. Значит, вот в условиях эластичности спроса по цене, когда по графику мы видим, что кривая спроса ниспадающая, стремится вниз. А что это значит? Что чем ниже цена, тем больше количество. И наоборот, чем выше цена, тем меньше количество продаж, соответственно, меньше спрос. В условиях эластичности спроса по цене будут работать следующие соотношения. Маржинальная прибыль в массе своей равна, или ее можно определить как маржинальную прибыль на единицу продукта умножить на объем продаж. Ну, это нам понятно все. Теперь, если мы эту формулу представим более подробно, разложим на факторы маржинальную прибыль удельную, что мы получим? Маржинальная прибыль равна цена минус переменные удельные затраты умножить на объем продаж. В этой формуле есть фактор цены и есть фактор объема продаж. Маржинальная же прибыль является показателем результата, результатирующим. Соответственно, результатирующий показатель может изменяться в зависимости от действия всех трех факторов, да, как мы видим, это основа факторного анализа. Но вся загвоздка в том, что в данной модели цена и объем продаж находятся в обратном соотношении друг с другом. Если мы цену повышаем, тогда маржинальная прибыль выигрывает за счет увеличения маржинальной прибыли на единичку. Но в то же время объем продаж снижается, потому что спрос эластичен, и маржинальная прибыль в это же время одновременно проигрывает, да, за счет объемного фактора. Вопрос. Чье влияние перевесит в данной ситуации? Влияние цены положительное или влияние объема отрицательное? Или давайте представим наоборот, что мы цену не увеличиваем, а цену мы начинаем снижать. Цена у нас падает. Тогда маржинальная прибыль на единицу будет меньше. Соответственно, масса маржинальной прибыли тоже будет меньше. Но в то же время объем продаж увеличится. Снижением цены мы стимулируем спрос. Объем продаж увеличивается, и маржинальная прибыль выигрывает, несколько выигрывает за счет увеличения объема продаж. И опять-таки, вот какой фактор перевесит в данном случае? Отрицательное влияние цены или положительное влияние объема? Вот так мы и увидим в результате либо снижение, либо наоборот увеличение маржинальной прибыли. А наша с вами задача посмотреть, как отреагирует маржинальная прибыль на некие изменения цены. Но при всем при этом объем продаж тоже не будет стоять на месте, он тоже будет меняться. Мы это можем сделать, используя табличный метод расчета. И кроме того, нам необходимо знать зависимость цены, зависимость объема от цены. То есть нам необходимо для этого будет знать коэффициент эластичности. И вот сейчас мы с вами перейдем к семинару. Если кто-то из вас будет со мной считать так же, как и я, да, но на втором экране в параллель, то, пожалуйста, напишите об этом в чат, я буду вас иметь в виду. Вот, если кто-то будет смотреть просто
это тоже очень хорошо, ничего в этом такого страшного не будет, но просто мне хотелось бы знать, да, что есть слушатели, которые будут со мной считать. Так. Тема инструменты SVP анализа. Сейчас я расскажу, что на этом листе вообще есть и что мы будем делать. Для начала давайте посмотрим примечание. Остатков в незавершенном производстве у данной компании не бывает, нет совсем. Остатков готовой продукции на начало периода, данного периода, тоже нет. На конец периода, да, наверное, могут быть. Но на начало периода они нулевые. Исходные данные по производству и продажам. Это те данные, которые мы с вами будем принимать в качестве исходных, нам данных уже. Значит, три продукта. И вот эти три продукта, А, Б и С, они так здесь называются условно, три изделия, это наши объекты калькулирования. То есть по каждому продукту мы калькулируем себестоимость продаж, по каждому продукту мы определяем маржинальную прибыль, и это нам дает возможность управлять финансовым результатом. А каждый продукт изготавливается из двух типов сырья, сырье 1, сырье 2 условно. И для изготовления каждого продукта необходимо два вида трудовых операций. Операция трудовая 1 и операция трудовая 2. Даны объемы производства, даны объемы продаж. Ну и, соответственно, видя объем производства и объем продаж, мы уже с вами понимаем, что будут остатки готовой продукции на конец периода. Дана цена реализации без НДС по каждому продукту. Дальше. Данные производственного или оперативного управленческого учета. Расход материалов на единицу продукта в килограммах. Этот показатель также называют удельная материалоемкость. То есть сколько грамм, вот в данном случае, да, килограммы, здесь все очень, очень мизерно. Сколько грамм сырья 1 необходимо для того, чтобы изготовить одну штуку продукта А? Сколько грамм сырья 2 необходимо, чтобы изготовить одну штуку продукта А и так далее. Цена списания материалов рублей за килограмм. То есть по какой цене мы материалы списываем в производство? Фактически списали. И по столбцу G рассчитана сумма прямых материальных затрат уже на весь уровень деловой активности, на весь объем производства. Если формулу открою, то можно понять, сориентироваться, как ее рассчитали. Взяли удельную материалоемкость, умножили на цену списания по каждому материалу, и потом все это, весь расход в килограммах материалов, да, то есть не в килограммах, а в рублях, умножили, он удельный получается, но надо умножить на объем производства, на 20 тысяч. И таким образом мы получаем уже сумму прямых материальных затрат на весь уровень деловой активности по продукту А. А по труду аналогично. Есть удельная трудоемкость в часах. Есть стоимость одного человека часа фактическая, то есть сколько час был оплачен. И рассчитывается сумма прямых затрат труда на весь уровень деловой активности. Остатки готовой продукции на конец периода – это разница между тем, что мы произвели, и тем, что мы продали. Ниже идут затраты непрямые, затраты косвенные. Косвенные затраты всегда сложно сопоставить напрямую с каждым выпускаемым изделием. Единственное, что мы можем их как-то условно-косвенно распределить. Косвенные затраты, вот в данном случае, это общепроизводственные или общецеховые расходы. То есть затраты на эксплуатацию оборудования, на содержание общего цехового персонала.
также коммерческие расходы и управленческие расходы. Здесь есть расшифровка по статьям, но если мы обратим внимание на общепроизводственные расходы, то они учитываются по двум субсчетам. 25.1 – это общепроизводственные затраты, переменные, то есть зависящие от объемов. И счет 25.2 – это общепроизводственные постоянные, не зависящие от объемов. Не зависящие от объемов у нас здесь только три статьи. Переменные, общепроизводственные ОПР, я их буду сокращенно называть. В данном случае с применением метода ABC, Activity Based Costing, с использованием там драйверов для распределения затрат, по каждой статье распределены, как мы видим, на наши объекты калькулирования. И привязаны к объемам производства. Если мы сейчас вот здесь формулу откроем, по статье «Заработная плата», продукт А 9100, мы видим уже затраты суммарные на весь объем. А если откроем формулу, то поймем, как она у нас складывается. Затраты на единицу продукта или ставка поглощения, так их называют, в размере там 46 почти копеек, да, умножаются на объем производства продукта 20 тысяч, и мы получаем уже размер переменных затрат по данной статье по продукту А. Ну и, соответственно, так и далее по другим двум продуктам и по всем остальным переменным общепроизводственным затратам. Можно сказать, что мы их неким образом занормировали, привязали к объемам. Для чего? Как вы думаете? Какая цель этому? Что нам это позволяет сделать? Все прямые затраты, материальные, трудовые, ну, в нашем случае все, других прямых нету, на единицу даются, да, зависят от объемов напрямую. Общие же косвенные, общепроизводственные, мы понимаем, что от объемов зависят, но они при этом косвенные. И вот чтобы нам тоже как-то вывести по функции затрат удельную, да, чтобы знать себестоимость, а себестоимость мы можем, да, узнать, согласно Наталье, на единицу, но кроме того, мы можем с вами сейчас менять объемы и получать совсем другой размер этих общепроизводственных затрат. Согласны? Потому что мы сначала их распределили в зависимости от объема, а потом обратным ходом сделали привязку с объемом. Вот запомните, здесь 9100. И если я сейчас поменяю на какое-то время, я потом все верну назад, объем производства продукта А, в данном случае он 20 тысяч, я, ну, давайте поставлю 25 тысяч. Представлю, допустим, что будет с переменными общецеховыми затратами, если в следующем месяце объем производства увеличится до 25 тысяч. И сразу я вижу, что происходит изменение. Верну назад. Вот основная цель. Распределить-то мы, да, распределили для того, чтобы скалькулировать себестоимость и получить маржинальную прибыль, абсолютно верно. Чтобы у нас функция затрат работала, потому что маржинальная прибыль – это цена или выручка минус все переменные, да. И косвенные нам распределить для этого необходимо, это абсолютно верно. Но мы сделали еще и привязку к объему для того, чтобы управлять финансовым результатом, меняя объем, смотреть, а что будет происходить с суммарными затратами. И что будет происходить, соответственно, с прибылью. Все остальные косвенные, остальные это какие? Коммерческие, управленческие и ОПР постоянные, как вы видите, на объекты калькулирования мы не распределяем. Это делать не нужно. Они постоянные, они от объемов не зависят. Маржинальную прибыль мы с ними не считаем, поэтому мы их не распределяем на продукты. Ниже у нас идет отчет о прибылях и убытках.
В принципе, он уже рассчитан здесь, да? Ну вот давайте, чтобы нам было интереснее, там, где желтеньким помечены ячейки, обнулим. Обнулим формулы и попробуем по одному продукту произвести расчет сами. Везде, абсолютно везде, где у нас желтеньким, обнулим формулы. Я это делаю, вы тоже можете вместе со мной делать. И вот мы что-то дозаполним, произведем расчет, чтобы, ну, так скажем, отчет о прибылях и убытках через себя пропустить. По всем трем продуктам в рамках семинара мы, конечно, это не успеем сделать, но по продукту А, конечно, можно. Выручка по продукту А. Это в исходных данных мы берем объем продаж продукта А и умножаем на цену продажи. Прямые материальные затраты. Дебет 20-го счета, можно так сказать. По продукту А нам даны в размере 1 026 000. Прямые затраты труда по продукту А также нам даны 313. Сюда входят страховые взносы, потому что дополнительно их нету. Поэтому в стоимость одного человека часа в ставку входит и ставка страховых взносов. Переменные общепроизводственные. По продукту А мы соберем по всем абсолютно статьям переменных общепроизводственных затрат 9 100 плюс 21 509. И так далее. Каждую статью учитываем. Плюс 7 282, плюс 37 736 и плюс 4 528. А вот далее нам нужно, это мы затраты посчитали, далее нам нужно понять, что происходит с остатками готовой продукции, естественно, в стоимостном выражении. Изменение остатков готовой продукции в стоимостном выражении. Сначала давайте разберемся, что значит изменение остатков готовой продукции. Это значит, мы возьмем стоимость остатков на конец периода и вычтем стоимость остатков на начало периода. Так как на начало периода у нас остатков по условиям нет, соответственно, нам нужно с вами взять и рассчитать стоимость остатков готовой продукции конечных. Информация по количеству остатков нам дана. Вот у нас есть по продукту А, в общем-то, 2000 единиц на конец месяца на складе, они имеются, лежат. Наша задача их оценить. И оценивать мы их будем по переменным производственным затратам в соответствии с методом маржинал-костинг. Что мы сделаем? Мы собираем затраты, они у нас расписаны выше в этой же форме. Поэтому можно поставить скобку, включаем в них прямые материальные затраты плюс прямые затраты труда плюс переменные, только переменные, общепроизводственные расходы. Вот эти затраты имели место быть за период вообще. Соответственно, вот если сейчас смотреть на эту формулу, которая у нас еще пока полуфабрика, мы понимаем, что эти затраты приходились на весь объем производства. Поэтому делим на количество произведенных продуктов А 20 тысяч. Мы получаем удельную себестоимость производственную, да, в оценке по всем переменным производственным затратам. И умножаем на количество остатков готовой продукции на складе на 2000. По продуктам B и C стоит аналогичная формула.
А по продукту А мы подсчитали. 141 916. А вот дальше мы можем определить себестоимость продаж. Себестоимость продаж – это такой показатель, который приходится на объем, конечно же, продукции проданной, реализованной. Да? А можно назвать, что себестоимость, можно так сказать, что себестоимость продаж – это не что иное, как наши расходы. Что мы имеем? Выше у нас есть затраты по трем статьям. У нас есть изменение остатков. Соответственно, мы сейчас с вами затраты откорректируем на изменение остатков готовой продукции в стоимостном выражении и выйдем на расходы по продукту А. Можно еще так рассуждать. Я сейчас буду формулу забивать и рассуждать в это же время. Если мы берем затраты на материалы, которые имели место быть за период, прибавляем к ним прямые затраты труда, прибавляем к ним переменные общепроизводственные, мы получаем все затраты, которые, в общем-то, приходились на какое количество? На 20 тысяч единиц. А теперь мы из этих затрат вычтем то, что осталось, ну, грубо говоря, лежать на складе готовой продукции. 141 916, то, что у нас приходится на 2000 единиц непроданных. И мы таким образом выходим на сумму расходов, приходящихся уже на 18 тысяч единиц. И вот мы вышли на себестоимость продаж. Затраты материальные плюс затраты труда плюс переменные общепроизводственные по нашему методу marginal costing и минус стоимость остатков готовой продукции на конец периода. Вышли на себестоимость продаж. Вот эта цифра, которую мы видим в данном показателе, да, себестоимость продаж, будет соответствовать кредиту 43-го счета. Дальше мы можем посчитать маржинальную прибыль на весь объем. Выручка по продукту А минус себестоимость продаж по продукту А. И справа, тоже на желтом фоне, мы можем рассчитать MP-ratio, рентабельность продаж по маржинальной прибыли. Взять маржинальную прибыль продукта А и поделить на выручку по продукту А. Маржинальная прибыль выручки составляет 29%. Соответственно, другая часть приходится, да, от 100%, другая часть приходится на затраты переменные. Теперь, не расшифровывая по продуктам, мы сюда принесем постоянные затраты, постоянные общепроизводственные. Они у нас равны 457 300. Постоянные коммерческие. Для производственных предприятий коммерческие и управленческие расходы по большей части являются постоянными. Но если бы у нас были переменные коммерческие, например, связанные там с доставкой готовой продукции до покупателя, мы бы их тоже включили бы в расчет маржинальной прибыли, хотя не факт, что мы их включали бы в себестоимость. И постоянные управленческие. И таким образом мы вышли на операционную прибыль. Она у нас здесь уже рассчитана. Я уберу формулу, просто продемонстрирую, как мы ее считаем. Из маржинальной прибыли, из массы маржинальной прибыли по всему нашему ассортименту вычитаем постоянные общепроизводственные, вычитаем постоянные коммерческие и постоянные управленческие. Все, что помечено желтым, я сниму, чтобы не было вот такого контраста. Так, сняла, но чуть-чуть неаккуратно. Сейчас еще одну минуточку. Отчет у нас готов. Мы здесь используем маржинальный подход. Соответственно, теперь мы можем
через этот отчет применять все инструменты SVP-анализа и также произвести подбор оптимального соотношения цены и объема продаж для целей увеличения маржинальной прибыли. У нас 4 вопроса, на которые нам предстоит дать ответ. Первый вопрос. И вот здесь нам понадобятся, конечно, формулы, которые мы смотрели, да, в первой части занятия по презентации. И мы будем думать, как их применить. И буду очень признательна, если вы будете на мои вопросы в чате отвечать. Первое. Необходимо знать объемы продаж каждого продукта, при которых компания не получит ни прибыли, ни убытка. То есть операционная прибыль будет равна при этом, при всем нулю. Да? Грубо говоря, нам нужно понять точку безубыточности. Но точку безубыточности мы должны понять в разрезе всего нашего ассортимента. А как мы считаем точку безубыточности? Напишите, пожалуйста, в чат общую формулу. Общая формула определения точки безубыточности в натуральном выражении. Какая? Мы ее сегодня с вами смотрели. Нам надо взять постоянные затраты и поделить на маржинальную прибыль, да, на маржинальную прибыль удельную, на единицу. Но загвоздка в том, что здесь нам нужно посчитать точку безубыточности для продуктов А, Б и С отдельно. Поэтому мы будем рассуждать так. Давайте мы представим, что все эти наши объемы продаж фактически, которые есть, 18 там, тысяч, 22, 33, составляют некий комплект. То есть если мы продаем 18 тысяч изделия А, 22 тысячи изделия Б и 33 тысячи изделия С, то говорим о том, что мы продали комплект. Постоянные же затраты при этом у нас составляют, я их сейчас вот здесь внизу подведу, чтобы нам формулу не бить каждый раз. Постоянные затраты наши составят 2 миллиона 95 205. Вот они. Так вот. Сколько комплектов нам нужно продать, чтобы покрыть наши постоянные затраты в размере 2 миллионов 95 205 рублей? Мы возьмем постоянные затраты и поделим на маржинальную прибыль на единицу комплекта. А что значит на единицу комплекта? Это значит, что мы возьмем с вами вот эту общую маржинальную прибыль, да, на весь ассортимент, который мы посчитали, и на весь объем наших продаж. Постоянные затраты поделим на маржинальную прибыль, и мы получаем значение комплектов, которые нам необходимо продать, а комплект это мы знаем 18 тысяч изделий А, 22 тысячи изделий Б и так далее. Так вот, не нужен даже продать и одного комплекта, да, нужно меньше. 0,91. Это у нас не точка безубыточности по продукту, это точка безубыточности в терминологии комплекта. А теперь переведем ее из терминологии комплекта в терминологию обычного ассортимента. Значит, если не нужно нам продать одного комплекта, а нужно 0,91, то тогда сколько это изделий А? 0,91 умножить на объем продаж изделия А на 18 тысяч. И мы получаем 16,424 штуки изделия А нам нужно продать. Изделие Б аналогично 0,91 умножаем на объем продаж 22 тысячи. И изделие С
Также 0,91 умножаем на объем продаж изделия С. Вот мы с вами рассчитали точку безубыточности по всем трем продуктам. Второй вопрос. Необходимо знать объемы продаж каждого продукта, при которых компания получит операционную прибыль в размере 400 тысяч рублей. Если вот в этом расчете мы говорили о том, что продавая какое-то количество, мы не выйдем там ни в зону убытка, но и не получим ни копейки прибыли, то вот здесь в данном расчете нам нужно понять то количество, которое обеспечит покрытие постоянных затрат в размере 2 миллиона 95 и плюс еще получение прибыли операционной в размере 400 тысяч. Тогда, если вы догадались, как мы формулу трансформируем, напишите, пожалуйста, в чат, какую формулу мы сейчас будем забивать вот сюда, в ячейку B97. Необходимый объем продаж, но это уже мы ищем не точку безубыточности, а точку желаемой прибыли. Но опять-таки пока в терминологии комплекта. У нас есть, я вам подскажу пока, у нас есть масса маржинальной прибыли фактическая наша. Мы еще хотим конечную прибыль 400 тысяч. И при всем при этом у нас есть постоянные затраты вот в таком размере 2 миллиона 95 205. Наверху мы с вами рассчитывали точку безубыточности в терминологии комплекта, делили при этом постоянные затраты на маржинальную прибыль комплекта, а здесь помимо маржинальной прибыли, то есть помимо покрытия постоянных затрат, мы еще хотим конечную прибыль 400 тысяч. Как нам надо формулу трансформировать? Подумайте, пожалуйста. Так, хорошо, давайте вместе. Значит, мы также берем постоянные затраты. А, нет, нет, Татьяна, не делим. Смотрите, маржинальная прибыль является вкладом на покрытие чего? Постоянных затрат. А если от нее какой-то кусочек еще и останется после покрытия, да, то она нам еще и даст при этом прибыль в карман, что называется, конечный финансовый результат. Поэтому какая нам нужна, в общем-то, какой нам нужен объем? Какой нам нужен объем? При том, что у нас есть постоянные затраты 2,95-205, мы их должны покрыть. Плюс мы хотим прибыль 400 тысяч. И вот сейчас я взяла постоянные затраты, прибавила желаемую прибыль. И что я получила? Я получила маржинальную прибыль. В точке желаемой прибыли, так скажем. И если мы теперь ее поделим на нашу маржинальную прибыль, мы получим то количество комплектов, которое нам обеспечит и покрытие постоянных, и получение прибыли 400. 1,09. То есть верхняя формула у нас работала как обычная, но мы брали маржинальную прибыль не на единицу, а на единицу комплекта. А в данном случае мы к постоянным затратам добавляем еще наши хотелки, 400 тысяч, наши пожелания. А теперь раскладываем, уходим от терминологии комплекта, да, к терминологии ассортимента. Понимаем, а сколько нужно нам тогда продать продуктов? 1,09. То есть здесь комплектом не обойдешься, здесь нужно чуть-чуть побольше. 1,09 умножаем на объем продаж А. Значит, чтобы операционную прибыль получать не 201, как здесь, а уже 400, значит, нам нужно продавать А не 18 тысяч, а 19,559. По Б 1,09 умножаем на объем продаж 22 тысячи.
23 906 и по продукту С у нас получается 35 858. Вот, мы ответили на второй вопрос. Третий вопрос. Необходимо знать, на сколько процентов может сократиться выручка, чтобы компания не получила убытки. Ну, сработала в ноль. То есть мы должны посчитать маржу безопасности или запас финансовой прочности. Считаем точку безубыточности в рублях. Каким образом? Также постоянные затраты делим, но здесь уже мы делим не на маржинальную прибыль, а на рентабельность продаж по маржинальной прибыли. Вот она у нас общая, 32%. Точка безубыточности в рублях есть. Теперь маржу безопасности в рублях посчитаем. А это разница между нашей выручкой и между выручкой в точке безубыточности. Наша выручка составляет 7,69. И вычитаем безубыточную выручку. То есть вот лишние 619 тысяч 0,64, они у нас есть, да? То есть вот эта выручка уже, ну так скажем, в зоне гарантированно нам приносит или дает нам выйти в зону прибыли в размере 619,064. И маржу безопасности в процентах определим. 619 поделим на нашу выручку. Далеко я поднялась, высоко. На нашу выручку. 8,8%. То есть, если наша выручка сократится на какое-то количество процентов, но не более чем 8,8, то в зону убытка мы не уйдем. Не получим ни прибыли, ни убытка, уйдем в ноль, если выручка у нас сократится на 8,8. Если же больше, то уже будем уходить в зону убытка. Вот это маржа безопасности. И четвертый вопрос. Необходимо найти оптимальную цену реализации наиболее рентабельного продукта. Скажите, пожалуйста, сразу, какой у нас продукт наиболее рентабельный здесь? Самый продукт для нас интересный, по которому мы будем стараться, ну, в общем-то, там, стимулировать спрос, загружать мощности и так далее. Какой продукт для нас наиболее интересен из всего ассортимента? Да, абсолютно верно, С. Вот по нему мы и произведем эту подборку. Коэффициент эластичности нам нужен, и он нам дан. Давайте условия посмотрим. Необходимо найти оптимальную цену реализации наиболее рентабельного продукта, если известно, что коэффициент эластичности спроса по цене данного продукта составляет 1,89. Диапазон цен для поиска от 80 до 100. Сейчас поймем, что это такое. Значит, коэффициент эластичности я сюда вбиваю. Минус 1,89. Почему минус поставила? Ну, в общем-то, если мы цену повышаем, а с нее мы сейчас и начнем, да, повышать цену, то объем продаж у нас падает, поэтому я поставила минус, чтобы в противовес шло. Значит, первая строчка – это наш исходный вариант, базисный. Цена продукта С. Поднимаемся выше, находим цену продукта С. 95. Объем продаж сейчас по этой цене, так как это отчет уже за какой-то месяц прошедший, да, то мы понимаем, что при цене 95 спрос на продукт соответствует вот данному объему продаж 33 тысячи. Теперь нам нужно посчитать затраты переменные на единицу. Кто догадался, как нам вывести затраты переменные на единицу продукта С? Что мы должны сделать? Все данные у нас есть, в общем-то, в отчете. Что нужно сделать, чтобы нам посчитать переменные затраты на единицу
удельные переменные затраты. Все наши переменные затраты попадают в себестоимость продаж. Значит, если мы возьмем себестоимость продаж и поделим на объем продаж, мы как раз и выйдем на удельные, да. Мы берем нашу себестоимость продаж по продукту С и делим на объем продаж именно этого продукта. Значит, удельные и переменные у нас вот такие. Маржинальная прибыль на единицу, ну, давайте ее рассчитаем. Цена минус удельные и переменные. 36,6. И массу маржинальной прибыли мы можем посчитать как маржинальную прибыль единичную, умножив на объем продаж. Значит, общая маржинальная прибыль по продукту С у нас должна, конечно, в отчете сходиться с этой цифрой. 1 207 747. Давайте сверимся. Маржинальная прибыль по С, да, так и есть, 1 207 747. Это то, что сейчас мы имеем. А дальше, вот чтобы нам этот табличный метод применить, давайте кое-что здесь сразу сделаем. Затраты переменные. Будем принимать допущение следующее. При изменении объемов, вот в этом диапазоне цен, который нам дан, затраты переменные на единицу будут оставаться такими же, они меняться не будут. Поэтому под весь диапазон ниже мы поставим значение этих же затрат. Формула маржинальной прибыли единичной должна быть скопирована тоже на весь диапазон ниже, но так же, как и формула общей маржинальной прибыли. На весь диапазон ниже. Скопировали. Теперь мы можем пробовать цену увеличивать или наоборот снижать, смотреть, что будет с объемом при данной зависимости, при данном коэффициенте эластичности, что будет с массой маржинальной прибыли. Но до бесконечности мы снижать и увеличивать цену, конечно, не можем, как правило, на практике так и бывает. Диапазон цен для поиска нам дан от 80 до 100. Вот цены, которые там ниже 80 и выше 100, да, они уже либо там неконкурентно способны, либо объем при этом влечет изменения постоянных затрат и так далее. Вот, поэтому начнем с увеличения цены на рубль 96, поставим цену. Нам нужно понять, какой объем продаж будет. И вот для того, чтобы нам это понять, мы сейчас вот здесь забьем две формулы. Изменение цены в процентах. Значит, если мы поставили цену 96, то к базисному варианту, к 95, базисный вариант я закреплю клавишей F4, чтобы формулу потом стянуть. Это составит, ну, какое-то количество, да, вот 101, это темп у нас роста. Давайте сделаем темп прироста, для этого вычтем из темпа роста 100%. Значит, на рубль цена прирастает. Это считается, что она прирастает. Не считается, а это получается, что она прирастает на 1 с небольшим процентом. Тогда объем продаж уменьшится на сколько, скажите, пожалуйста. Если цена у нас увеличилась на 1%, 1,05, то тогда объем продаж просядет на сколько процентов? Кто догадался? Один ноль пять умножаем на коэффициент эластичности с клавишей F4. У нас коэффициент эластичности, ну, практически, если округлить, 2. Соответственно, если у нас цена увеличилась на 1%, то объем просел практически на 2%. Вот так вот для наглядности.
И объем продаж мы теперь можем посчитать. Взять наш базисный вариант с клавишей F4, умножить на, то есть нам нужно понять, что произойдет с объемом продаж, как он уменьшится. А уменьшится он на 1,99%, поэтому умножим на 100% минус 1,99. Так, не минус, плюс. Плюс, потому что минус стоит. Объем продаж у нас тогда будет 32 343. Все, вот зависимости мы установили. И теперь мы смело можем скопировать, стянуть вниз вот эти две формулы, чтобы они у нас работали. Проверю. Угу. И также формулу, где у нас объем продаж подбирается. И теперь смотрим, если подняв цену на 90, на 1 рубль до 96 рублей, мы получаем общую маржинальную прибыль большую, чем по базисному варианту. Наверное, есть смысл попробовать поднять цену еще на рубль. Ставим 97. Общая маржинальная прибыль еще выросла. 98. Еще выше. 99. Растет. Вот на эту колонку ориентируемся. 100. Это верхний потолок. Больше не можем. Еще выше. Ну и попробуем вариант со снижением цены. Но если работает вариант с увеличением, то со снижением он вот в ближайшем каком-то диапазоне не сработает. Но для чистоты эксперимента давайте сделаем. 94. Объем продаж у нас тогда увеличивается с учетом, да, коэффициента эластичности. Объем продаж увеличился, но при всем при этом цена отрицательно влияет на маржинальную прибыль единичную, и маржинальная прибыль в массе своей становится ниже, чем по базисному варианту. То есть здесь фактор цены, а именно отрицательное влияние этого фактора, перевешивает положительное влияние объемного фактора. И таким образом, вот самый оптимальный вариант у нас при какой цене? Скажите, пожалуйста. Самый оптимальный вариант – это соотношение какой цены и какого объема. Абсолютно верно. Установив цену 100, обратите внимание, что мы потеряем в объеме. Казалось бы, ой, как плохо, да? Но дело в том, что постоянные наши затраты останутся неизменны. Почему? Да потому что от объемов они у нас не зависят. И вот в этом диапазоне цен изменений постоянных затрат точно не произойдет, потому что мы находимся пока в рамках одного релевантного диапазона деловой активности. Несмотря на то, что объем продаж падает, маржинальная прибыль увеличивается за счет ценового фактора. Ну и далее, у нас уже время с вами не позволяет, мы можем попробовать, да, цену поменять, объем поменять и посмотреть, а что произойдет в нашем отчете. Вы можете прям поиграться, попробовать. Все будет работать и считаться. Так, коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я пока сохраняю данный файл, он будет тоже в личном кабинете, но уже никак пустой, а как заполненный. Если у вас есть вопросы по материалу, пожалуйста, задавайте. Если у вас есть вопросы по курсу «Управленческий учет», я вам сейчас расскажу вкратце про курс. Пожалуйста, пишите. Вот что касается курса «Основы управленческого учета и бюджетирования».
После него можно идти абсолютно на любые курсы, которые мы видим в линейке курсов по экономике и финансам. Чтобы было комфортно на этом курсе, да, желательно рекомендуется пройти курсы основы экономики для руководителей, менеджеров, специалистов. Но если у вас есть эквивалентная, так скажем, подготовка, то есть опыт какой-то работы экономистом, финансистом, то есть вы, я думаю, что по результатам вот сегодняшнего семинара уже как бы для себя сделали определенные выводы. Стоит ли, да, вот идти на какую-то подготовку для этого курса или, допустим, вашего уровня, и так достаточно? Опять-таки повторюсь, что это рекомендуется. То есть никто не будет против, если вы придете на курс управленческий учет и бюджетирование без там, да, знания каких-то вот основ бухгалтерского учета экономики. Но дело в том, что в процессе обучения, ну, могут возникнуть какие-то сложности. Хотя, опять же, как практика показывает, что были слушатели, которые обучались с особым пристрастием, да, успешно курс проходили и даже без предварительной подготовки. Поэтому все возможно. Особенности курса. Значит, курс по авторской методике, сразу скажу, разработан, ориентирован курс на, ну так скажем, программу СИМА, на международную программу СИМА. После данного курса учиться по материалам СИМА будет гораздо проще. Курс в размере 32 академических часов. Стоимость представлена на слайде. Очно-заочное обучение, очное обучение. И вот на вебинар у нас скидка 10% дается. Компетенции, которые вы смогли бы добавить в свое резюме после прохождения курса. О чем данный слайд? Так как у нас курс практика, ну, как и все остальные курсы, практикоориентированный, то, в принципе, можно сказать, что по итогам прохождения курса вы получаете не только теоретические знания, но и какие-то навыки. Мы с вами производим расчеты совместно. Если вы на вебинаре, да, вот примерно так же взаимодействуете, как мы сегодня с вами. Если вы приходите в аудиторию на очное занятие, то я решаю, показываю на доске, как я это делаю, да, вы повторяете за мной, решаете самостоятельно, если отстаете или, допустим, что-то не получается, я обязательно помогаю. По итогам курса можно сказать, что вы приобретаете определенные навыки, то есть не только знания теоретические, но и навыки. А навыки – это значит, когда-то что-то решал, да, что-то делал, с чем-то знаком. И, собственно, в резюме вы сможете смело указать. Что вы делали? Калькулирование себестоимости продукции, анализ проводили отчеты о финансовых результатах деятельности предприятия, оптимизировали финансовый результат с применением инструментов определенных, находили там оптимальное соотношение цен объемов, принимали какие-то там, да, участие принимали в формировании там управленческой политики, в предоставлении скидок и так далее. Формирование финансовой структуры предприятия мы на курсе тоже смотрим. Формирование операционных и финансовых бюджетов предприятия. Потому что вторая часть курса – это бюджетирование. Притом бюджеты мы формируем, начиная от бюджета продаж операционного и заканчивая прогнозным балансом. С учетом корреляции, взаимосвязи всех показателей, говорим про методологию планирования, методологию бюджетирования. Формы обучения могут быть очные, очно-заочные, вебинар и класс, открытые, путем присутствия в классе, прослушивания видеозаписи, да, и преподаватель также с вами в классе находится. И даже индивидуальные, с учетом индивидуального подхода. Кроме того, курс входит в комплексную программу. Комплексная программа – это программа, состоящая из двух курсов, можно сказать, два в одном. Вот данный курс входит в программу, которая называется «Управление экономикой и организацией». Программа состоит из двух курсов. Основы экономики плюс основы управленческого учета. В чем преимущество комплексных программ? Ну, во-первых, они подбираются очень так оптимально всегда. И
Соответственно, вы также экономите денежные средства, да, потому что записавшись на два курса, выйдет дороже, нежели вы проходите комплексную программу сразу. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И последнее, что я вам хотела сказать, это я сейчас ссылочку брошу в чат. Если есть такая необходимость получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию, то вы можете заполнить на нашем сайте заявку. Ссылку на нее я сейчас в чат положу. А с вами свяжется менеджер по консультированию рекрутинговому, да, и, в общем-то, поможет решить какие-то ваши вопросы. Поэтому ссылку я в чат кидаю. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, пишите. Если вопросов нет, то я всех благодарю за участие, особенно, да, тех, кто считал, вникал. Спасибо вам, спасибо. А если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. Ой, Наталья, спасибо большое. Тогда я с вами прощаюсь. Вот, желаю вам удачного завершения рабочей недели, хороших выходных и, в принципе, можно отключаться.